привет! И вы снова у меня на канале «Посеем, пожуем». И я вас опять встречаю, ваша Светлана, с душой и любовью. Друзья, сегодня мы обрезаем с вами душистую смородину. Сейчас идет сентябрь месяц. На улице еще жарко, но мы ее обрежем для того, чтобы она восстановила силы к зиме, подкормим. И я вам покажу, как это сделать. Говорю быстро, чтобы не занимать ваше время. Комментарий очень много негативных, что я занимаю время. Так, Наташ, поближе подойди, пожалуйста, теперь. Вот смотрите, вот этому кустику смородины 3 года, я так думаю, что 3, да, Наташа? Угу. Посадили его рядом с красной смородиной, плюс еще один. Вот так нельзя, конечно, сажать, но места, видимо, мало, поэтому здесь обычно сажают куст и на 1,5-2 метра другой куст. Ну ладно, сейчас мы обрезаем все веточки. Кстати, она болела, вот такие вот, видите, вот болезнь этой красной смородины, мы ее сейчас тоже вот так обрежем, чтобы она... Вот это все мы потом сложим в пакет и уберем, вообще вынесем. И обработаем обязательно топазом, иметь содержащими препаратами вот эту ягоду тоже. У смородины, друзья, мы оставляем 10-15 веточек. Больше не нужно оставлять. Вырезаем старые. Вот смотрите, старая ветка, я ее отрезаю. Вот прям поближе к земле. Я ее вырезаю. Секатор, конечно, желает быть лучше. Так, вот она. Она хоть и нарастила молодые ветки. А это ты поназавязала, что ли? Угу. Так. Убираем мы ее. Так, дальше. Вот эта ветка, друзья, она растет, видите, тоже внутрь куста. Она неправильно растет. Мы ее тоже убираем. Так. Вот эта веточка лежит на земле, друзья. На земле ветка не должна лежать. Убираем. Так, укорачиваем опять. Все делаю быстро, чтобы вот опять не занимать ваше время. Так, вот здесь вот эту ветку у соседа убираем. Все, друзья, укорачиваем веточки. То есть мы даем, стимулируем, чтобы она дальше корни свои развивала, корешочки. Так, вот это все мы убираем. Вот эту ветку, друзья, мы тоже выпиливаем, все старые нехорошие. Она, кстати, очень сильно болела, поэтому мы ее убираем. Так, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Достаточно, больше мы не будем вырезать. Сейчас только вырежем те, которые смотрят внутрь веточки. Так, вот эту уберем. Сломанные все убираем. И, друзья, укорачиваем. Укорачиваем обязательно прям. Не бойтесь прям. Где-то можете даже на 50 сантиметров укоротить. Прям вот так. Я просто, это не моя смородина. Поэтому я боюсь так коротко делать. А вообще... Можешь укоротить, я тебе разрешаю. Разрешаешь? Укорачивать, друзья, прям вот. Вот. Прям вот на таком вот уровне. Укорачивать. Она вся отрастет, друзья, не бойтесь. Вот на таком уровне кустик укорачивают весь. Вот, и ничего не бойтесь. Листики вообще, по идее, листики все нужно будет собрать. Все удалить листики. Потому что больная смородина была. Вот смотрите, какой сейчас у нас кустик сразу хороший будет. Так, вот это. Эти вырежем. Вишня у нас здесь полезла. Она не нужна. Так. Вот приблизительно на этом уровне. Так, все листики мы убираем, друзья, все. Вот смотрите, вот такой кустик, аккуратный, хороший кустик. Листья мы сейчас все уберем. Всю мульчу вот эту мы, друзья, уберем, потому что вредители все скапливаются вот в этой, друзья, мульче. Всю мы ее рыхлим очень аккуратно, потому что у смородины все поверхностные корешки. Прям берем буквально даже не грабли, а вот такая есть специально для рыхления, у Наташи тоже есть. Мы прям подрыхлим эту почву, фитоспорином все прольем. Также топазом ее всю обработаем обязательно, медь содержащим обязательно обработаем. И, друзья, подкормим точно так же. Очень любит калий и фосфор. Вот на данном моменте ни в коем случае не давайте азот. Она сейчас начнет работать на листву, ослабеет и, естественно, замерзнет в зиму. Потом, когда мы все вот это сделаем, мы в приствольный круг положим побольше мульчи. Вот Наташа выпалит сухую травку, другую свежую. Вот я сейчас даже буду выпалывать клубнику,
всю ее обработаю и положу свежую травку сюда, потому что смородина очень любит мульчу. Прям толстый слой, опилки, всякие веточки, как и малина, смородина точно так же. Еще, друзья, когда вы готовите картошку дома, не выбрасывайте, пожалуйста, картофельные очистки. Ведь это для смородины просто находка. Кладите в обыкновенный целлофановый пакетик, завязывайте, в большой пакет все это складывайте, и потом приствольный круг подкопали, и эти очистки все буквально, вам знаете, какая она будет благодарная? Она вам даст такой хороший урожай. Друзья, я с вами прощаюсь, такой сумбурный, быстрый ролик. Кстати, всем огромное спасибо моим подписчикам, моим гостям, которые очень волновались за мою болезнь. Много было советов, все советы я выполнила. Огромное всем спасибо и пока-пока!